Okay, so welcome again at the Web School. Today it's about the improvisation using the guitar sound. Добрый день, добро пожаловать снова в веб-школу. Сегодня мы поговорим, как использовать в импровизации тембр гитары. Of course, many Yamaha EKB products offer great guitar sounds, and there is a few things that you always should keep in mind when play or improvise with the guitar sound. Конечно, во многих цифровых клавишных инструментах Yamaha есть тембр гитары, и вы должны всегда помнить о некоторых особенностях этого тембра, который используется в этих инструментах. Of course, first of all, it's the tuning of the guitar. Прежде всего, это, конечно, настройка гитары. If the guitar play the open strings, если гитарист играет на открытых струнах, you will hear ми, ла, ре, соль, си, ми. Вы услышите ми, ля, ре, соль, си, ми. So this is the open strings. Это открытые струны. Right. It also means that in the lower region you cannot play thirds or seconds. Это также означает, что в нижнем регистре вы не можете играть терцию, например. It's not possible on the guitar. Это невозможно, потому что расстояние между нижними струнами больше, чем терция. And of course the six strings, meaning maximum six notes at the same time. И, конечно, одновременно вы не можете играть шесть нот, больше шести нот, потому что всего шесть струн у гитары, шести струн. And for example, if you play the strumming like this. Если вы играете приемом вот бряцания, так называется этот прием. Always try to play a little bit like тригадам, тригадам. Всегда пытайтесь играть вроде такого арпеджиата короткого. Yeah, арпеджиата. Of course, we have many instruments where the body tap is on the pedal. Есть такой удар по корпусу, это специальный прием, который мы можем использовать для этого специальный прием суперартикуляции, назначен на педаль, на ножную педаль. So these are a few basic things that you always should keep in mind. Now we are going to take this song for the web school, which is called Aranjuez, Concierto de Aranjuez. Так это основные моменты, на которые следует обратить внимание. А сейчас мы переходим к основной теме, которую будем использовать вот в разделе гитара. Это концерт Aranjuez, гитарный концерт. Это основная мелодия. Beautiful melody. Красивая мелодия. And please keep in mind also here not to kill the melody when you start improvisation. Пожалуйста, имейте в виду, что нам нельзя испортить мелодию, когда вы импровизируете. Нельзя ее сломать. So you could start just playing the melody tones first. Можно начать сначала с основного, с первого звука этой мелодии. And then play some arpeggio chords, no? Потом играем аккорд арпеджио.
keep this movement of the. То есть все время получается ритмический аккомпанемент. Yeah? Ритмика гармонический аккомпанемент. Yeah, something like that. Okay. Or you can play around the melody. Или вы можете обыгрывать звуки мелодии. Scale of the chord here. Надо использовать гармоническую шкалу этого аккорда для такого пассажа. So play around the melody, make the arpeggios for the chords. It's a very good technique. Так, таким образом, играя вокруг мелодических звуков, обыгрывая арпеджио, гармонические звуки аккорда. Можно импровизировать. So this is an example where you can do it. The second part is Это вторая часть этой мелодии. So here you could also fill up the empty spots. Вот здесь вы можете заполнять так называемые мертвые зоны. Мертвые зоны называются остановка мелодии на длинной ноте. A very, let's say, highlight of the song, and then relax. Потому что это вот как будто местная кульминация, а потом выход из кульминации. So where's the highlight? Maybe end with. With the body tap, можно right? Еще закончить аккорд вот таким резким ударом по корпусу. Yes, so very much thinking of the open chords, fill up the empty spots here, keeping always, of course, the harmony in mind. Поэтому, пожалуйста, всегда думайте о настройке инструмента, о гармонизации, использовании звуков гармонии в вашей импровизации. Right. There is in PSR series and in Tyros we have very nice Latin, Spanish kind of style. В инструментах Yamaha PSR серии S и инструментах Tyros есть очень хорошие тембры латинских гитар. Yeah, so we латинские стили. Use this as well for the accompaniment. No? Мы можем их использовать для аккомпанемента, например. Like this. Вот so, что-то вот в этом роде. What we want you to do for your homework? Вот что хотелось бы, чтобы вы сделали в качестве домашней работы. Is to make your version of Aranjuez. Это сделать вашу версию концерта Аранхеста. Yeah. So I played it in B minor now. Я играю сейчас в си бемоль миноре. So it would be good if you do it in some other key, like maybe A minor. Было бы хорошо, если бы вы сыграли то же самое в ля миноре and D minor, и right? В ре миноре. Okay. So after you did the Aranjuez song, I also want you to select another song by yourself. После and... того, как вы сделаете свою работу вот с гитарным концертом, я хотел бы, чтобы вы выбрали свою собственную песню на ваш вкус. And make also a guitar improvisation. И сделали гитарную импровизацию. Also in B minor, в си бемоль миноре, A minor, в ля миноре, and D minor, и в ре миноре.
I wish you good luck. Thank you very much. Я желаю вам успеха. Спасибо большое.